С начала года в Улан-Удэ зарегистрировано 300 техногенных пожаров. В 48 случаях произошло выгорание сухой травы. В каждом эпизоде отмечается человеческий фактор. В связи с этим власти города обращаются к жителям с просьбой не жечь сухую растительность и мусор, а также не разводить костры. Уважаемые улан-удэнцы, наступил пожароопасный период. Мы вводим в Улан-Удэ особый противопожарный режим. Действует запрет на посещение лесов. От каждого из нас теперь зависит безопасность в городе. Прошлогодняя сухая трава рядом с жилыми домами представляет большую угрозу. Я призываю вас соблюдать все меры пожарной безопасности. В том числе необходимо провести санитарную уборку у себя во дворе, рядом на прилегающей территории. От нас зависит многое. Давайте сохраним наши дома. Давайте сохраним наш город в безопасности. Особый противопожарный режим будет действовать до 1 мая 2022 года.